встречайте один из самых любимых ваших участников, народного артиста 2004 года, Евгений Онишко и группа «Ассорти». Они вместе исполнят песню «Две души, два огня». Мне сейчас, значит, поймешь все, как будто первый раз. Я шел к тебе так долго, и признаться нелегко, что я прятал в сердце глубоко. Я помнил это, где бы ни был я. Две души, два огня. Все, чем только может сердце хоть на миг согреться. Две души, два огня. Грели ночью и при свете дня. Две души, два огня. Будь со мной, не оставляй меня. Только поверь, что тебя я не забыл. Знаю, не прав, что так долго не звонил. Объяснить все просто, только правды нет в словах. Я растаю на твоих губах. Два огня. Я помнил это, где бы ни был я. Две души, два огня. Все, чем только может сердце хоть на миг согреться. Две души, два огня. Грели ночью и при свете дня. Две души, два огня. Будь со мной, не оставляй меня. Ох, я вижу, веселее стало нашим финалистам прошлого года выступать, когда рядом с ними появился Женя Онишко. Но... Девушка ему предложение делает, не мешай сейчас. Да-да-да, надо подождать. Евгений, сейчас серьезная часть. Ты, наверное, знаешь, что на протяжении всего нашего конкурса читатели газеты «Комсомольская правда» вели свое собственное голосование и разыгрывали таким образом приз симпатий читателей «Комсомольской правды». И твои поклонники так расстарались, что сделали тебя победителем. Дорогие друзья, для вручения приза от газеты «Комсомольская правда» я приглашаю на эту сцену шеф-редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Мамонтова. Прошу. Народная газета «Комсомольская правда». Ее читатели сделали Женю своим лауреатом, а народ не обманешь. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо огромное, я вас люблю. Евгений Онишко, давайте мы поаплодируем. Спасибо огромное. Лауреат приза читателей газеты «Комсомольская правда».